Были провальными. Я чуть не нажала на какие-то вибриды. Господи, как это убрать-то, ё-моё. Я буду неоднократно повторять то, что я реально не знаю, сколько таких видосов будет, так как сейчас снова дистанционка, и непонятно, что снимаю. Собственно, еще одно видео про мой вечер. Сейчас, наверное, где-то 9. Тут, да. У меня открыт компьютер, но я не могу посмотреть время. Действительно. Начнем наш вечер с того, что нам надо идти приготовить еду. Собственно, здравствуйте. Первая информация, что я сделала кофе. У меня еще, кстати, где-то был плакат, даже несколько плакатов. И можно их повесить вон туда. Спасибо, Свет, что ты все просто... You know. Лучше показать вот так. И сюда... Поэтому я иду на балкон доставать тот самый плакат. Здесь очень темно и вроде не холодно, и на улице самая мерзкая погода. Ну да, коробки и простынки, спасибо. Где-то тут оно лежит. Вопрос где? Не знаю. Недавно шел дождь. Важно. Короче, я нашла плакат, вот он. Если вы спросите, что на нем написано, на самом деле что-то про Винни-Пуха, но вы понимаете, да, Винни-Пух, все дела. Хочу повесить это сюда. Собственно, вот так. Она сломается, то надо будет создавать отдельный плейлист для видео, в котором я ломаю кровать. Те, кто смотрит меня давно, поймут. Я нифига не вижу. Блин. Стой. Why are we still here? Вау! Можно похлопать? Бесполезно. Хлопать я не буду. Ура! Я не знаю, что я снимаю, что это за контент, как это называть, но плакат все еще держится. Я слежу за тобой. You know? Мне кажется, самое время выпить кофе, который давным-давно остыл. Реально, он давным-давно остыл. И открыть новую партию леденцов. Где еда? В любой момент своей жизни я всегда задаюсь вопросом, где моя еда. Вы спросите, что делает большой кулек из мармелада, из леденцов в каком-то хламе? Я не знаю, честно. Малина и кокос. Вау. Осторожно. Реально вкусно. Интересно, такая фигня есть в Москве? Надо, чтобы нормально светило, да? You know. И не отсвечило мне в лицо. Здрасте. Включаем компьютер. Наконец-таки, господи, я буду хоть что-то делать в этой жизни нормально, кроме того, как вешать плакат. Я ничего не имею против вешания плаката, серьезно. Я бы занялась этим хоть весь день. Но, увы, нам нужно хотя бы что-то сделать за этот вечер. Медленно удаляюсь. Не ждали? Собственно. Посмотреть надо, что мне задали. Что-то как-то мало. Мне кажется, тут чуть-чуть подвох есть. Мама родная. Вот в чем подвох. Господи. Наверняка мне что-то задали еще.
кроме двух сочинений, которые нужно просто переписать. Да, вот, нашла. Я молодец. Два, три. Че? Пожалуй, начнем с замечательной книги по пошаговой подготовке к ЕГЭ. Уже 12 ночи. Класс. Господи, как быстро летит время. Помогите. Мне стало интересно, смогу ли я сейчас включить неоновый свет, потому что за окном уже темно. И давно я не была в этой атмосфере, на самом деле. Поэтому я даже не знаю, где находится лампа. Чтобы вы понимали. Я не помню, куда я ее положила в последний раз, поэтому ищем лампу. Как я поняла, свет снова на балконе. Я не знаю, каким образом он тут оказался. Господи боже. Как найти во тьме что-то? Не знаю. Ваши ставки. Что с светом? И ваши ставки, будет ли оно работать, потому что оно пролежало очень долго... О, какое оно холодное. Очень долго на балконе. Туториал, как это делать. Здравствуйте. Здравствуйте.